36-летняя актриса поделилась откровенными кадрами. Наталья Рудова похвасталась роскошным телом после вынужденных ограничений. Звезда лирических комедий тщательно следит за внешностью и фигурой. Наталья не всегда бывает на 100% довольна своими формами. Она стремится к идеалу. Из-за занятости Рудова не может проводить дни напролет в спортзале, поэтому актриса не только занимается спортом, но и следит за питанием. Она старается есть здоровую и полезную пищу. Недавно артистка отказалась от сахара. Результат не заставил себя долго ждать. Сегодня популярная блондинка в шелковом нижнем белье позировала в ванной. Наталья приподняла топ, чтобы продемонстрировать идеально плоский животик с рельефом. Актриса улыбалась, глядя на свое отражение в зеркале. Рудова явно осталась довольна тем качественным преображением, которое принесла ей несладкая жизнь. «И еще разок, чтобы я и дальше не ела сахар», — заметила звезда, покрутившись перед зеркалом. Наталья также опубликовала фото, на котором предстала в голубом микротопе. Она собрала волосы в хвост. Актрисе сделали броский макияж со стрелками и густыми тенями на глазах и яркой помадой на губах. «Единственное, что требуется для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали», — процитировала Рудова слова Эдмунда Берга. В Instagram Stories Наташа показала утренний прием пищи, который назвала «завтраком чемпиона». Это яичница, несколько кусочков красной рыбы, тертые авокадо, огурцы и помидоры. Недавно девушка похвасталась своими формами в облегающем мини-платье. Наталья восхитила поклонников в платье с дерзким декольте на девичнике с Анастасией Решетовой. Рудова выбрала яркий соблазнительный образ для вечеринки в честь дня рождения Настаси Самбурской.